Здравствуйте, друзья! В череде наших уроков в формате 100 дней, институт за 100 дней, очередная задача — натюрморт. Здесь мы с вами будем знакомиться с разными фактурами. Фактура фарфора, металла, стекла и даже старинной мебели. Это один из старых мастеров, у которого много натюрмортов. Я выбрал у него, ну, как бы не очень громоздкий, чтобы чисто выполнить студию. Но, сами понимаете, картиночка вполне пригодна для кухни и для продажи. Так, то есть, написав ее, вы сможете ее предложить к продаже. Очень милая вещица. Итак, мы потихонечку будем выходить из скупой палитры, но здесь у нас практически повода выйти нет. Смачиваю холст тройником для того, чтобы краска, чтобы не бояться холста, так уже с ним пообщавшись, уже как бы он становится понятным. Очень много красного в картине. Много охры. Теперь я краску стараюсь уже брать сухо, не разжижаю. Напоминаю, что тройник — это разбавитель плюс масло плюс лак. И черное. У нас появляется новый цвет. Черное. Краплак. Черное. Розовый. Ой, охра. Картиночка как бы несколько такая шершавенькая по своему исполнению. Эту шершавенькость мы и будем развивать. Больше охры в дальней стене. Вероятно, уходящей стене. Охры и черного. Там различимы полосатость, как бы штриха краски по вертикали, немного по горизонтали, но это мы все еще будем накладывать не только в этом сеансе. И чуть-чуть белил. Охра, белила, черный. И все это вмазывается в красноту. Натюрморт сам чуть больше, чем то, что вы видите на картинки и то, что мы с вами пишем. Я его взял именно таким, чтобы он уместно лег в формат
30/40. Черно-розовый. Внятно выше середины по высоте. Начинает свой косой путь по горизонтали. Уходящая плоскость стола. Специально взял большую кисть для того, чтобы эту шершавенькость наращивать. В качестве черной. Сажа черная, кость жженная черная, все что угодно, черная. Не доходит до середины холста по ширине сосуд. Это чаша. Вот где-то ее параметры. Пока все приблизительно, она же отражается. Охры немного к розовому. Благодаря охре краска ложится более плотно. Охра у меня охра желтая. В середину, примерно в середину уходит косая линия. Угла стола. Чашка находится посередине двух пространств, над и под ней. Деликатненько выедаю краску с холста. Разбил охры. И начинаю поиск соразмерностей. Ага, спасибо.
И сейчас снова можно подтереть, когда уже более-менее видно место расположения чашки и блюдца. Белила с охрой. Естественно, подмешивается красный. Задачи финишно уложить краску у нас сейчас нет. Мы должны набрать основные пятна, что называется, сделать закладку холста. Черный приходит немного. Он дает, вы видите, в этой среде голубоватый оттенок. Подмешивается краплак розовый. Теневую я набираю так, чтобы краски было поменьше. То есть поменьше в теневой среде, побольше в световой. Поэтому часть краски, которую я заложил на холст, я буквально собираю кистью, вытирая в тряпку, собираю с холста. И в этом месте как бы холст чуть-чуть светится. Тот белый холст, на котором мы начали, немного светится. В этом будет культура письма. Так, наверное, и все. Сейчас чуть-чуть еще белый трону. Белила с охрой. Еще немножко, и как бы самая выпуклая часть стала вполне белой. Причем она уже ж была белая. Когда я маслом натер, она немножко подгрязнилась. Какие-то микронедосохшие места ее как бы пригрязнили. И поэтому сейчас малейший белый, и она... Чашка и блюдце, они становятся в этом месте еще белее. Хотя и этот остался белым вполне. Ну, вот такой эффект, чтобы вы о нем знали, что
если мы маслом натрем, то все белые места, и так потрем немножко, белые места чуть-чуть погаснут. И можно поджечь еще. Ну, вот хорошая работа вам в помощь. Действуйте.